водички какают, когда продаешь дом ту дом и звонишь в двери. Ну, как бы вчера у меня был сразу два раза на меня птички накакали, на куртку и на штаны. И я понял, что когда торгуешь на улице, ты проводишь очень много времени перед домами людей. И многие люди имеют деревья, чтобы защититься от солнца летом. Или просто для шеи, ну, как бы красоты или каких-то разных причин. И птички любят сидеть на этих деревьях, и некоторые их подкармливают, этих птичек и люди, и они иногда какают. И как бы вещи пачкаются, и это тяжело отмывается. Поэтому как бы я думаю, что не так плохо одевать шапку, кепочку с козырьком и вест на куртку. И вот я даже не знаю, там брюки, может, не одевать супер крутые, потому что вчера даже мне на брюки птицы накакали. Вот. Ну, как бы вот так вот. У каждой профессии есть свои сложности. Вот одна из... Один из сложных моментов, связанных с продажей дом-ту-дом, заключается в том, что на вас могут накакать птички. Такой вот курьезный факт, замечание, заметка. Ну вот, как бы с помощью защитного веста или там его легче стирать, чем целую всю куртку или там, кепочки, можно не быть обкаканным. Есть русское поверье, что если птичка накакала, это к деньгам. Я не знаю, насколько оно действует, но будем надеяться, что оно сработает в моем случае. Спасибо. А, вы можете, если у вас какие-то еще замечания, связанные с советом мысли с продажами на улице, как продавать residential sale, можете позвонить мне, написать на WhatsApp 1-917-825-8225 или на email alexander.igurban@gmail.com. Спасибо.